Тверском медицинском колледже прошли областные ежегодные соревнования санитарных постов среди учащихся образовательных учреждений Тверской области. Мероприятие было приурочено к 157-летию Российского Красного Креста. Основная цель соревнований – это медико-санитарная подготовка, проверка знаний и навыков, а также формирование здорового образа жизни среди молодых людей. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Четыре команды из Бежецкого, Калязинского, Конаковского, Лихославского округов и других муниципалитетов боролись за звание лучшего санитарного поста. Школьники региона с 6 по 8 класс принимали участие в отборочных этапах, проходили теоретическую и практическую подготовку, по итогам которой на финальные испытания отправились более 130 человек. Эти соревнования проводятся с 1959 года. Медико-санитарную подготовку проходит в течение года 2000 где-то примерно учащихся. В Тверском медицинском колледже ребята прошли 7 этапов. Оказание первой помощи, уход за больным на дому, личная и общественная гигиена, лекарственные растения и их применение, история Российского Красного Креста и правила дорожного движения. 8 лет площадкой является наш колледж. И наши волонтеры, наши преподаватели активно помогают в проведении данного мероприятия. Кроме того, на площадке соревнований проходил конкурс тематических сувениров. Были представлены стенгазеты, макеты больничных палат, фигурки с медицинской тематикой и другие подделки, сделанные школьниками. По итогам соревнований первое место заняли ребята из средней общеобразовательной школы номер 10 города Бологое. Второе – оленинские школьники, и третье – ребята из 7-й школы Лихославля.